Сейчас видите три рандомных комментария из прошлого ролика. Если у вас следующий ролик, то оставляйте три комментария. Ну, один комментарий. И три из них будут в следующий ролик. И мы держим, и мы переходим к самому видео. Йо, братва! С вами я, Злэфер, и это будет обзор на финальную, новую, точнее, даже финальную шахту на Diamond World Prison Eva. Прошлая финальная шахта была из четырех шахт и состояла из шерсти. В данный момент у нас шахта состоит из обсидиана. У нас есть зритель кирка F40, она должна его шотать. Вот тут у нас спрятан золотой блок. За него, наверное, уже получили. Вот такая вот тут огромная шахта, ну, не знаю, 20 на 20, может 30 на 30. Давайте пробуем покопать на ней. Блок стоит 35 миллионов. Это без глобального буста. А когда работает лег предмет, вообще 70 аж стоит. А если прокает рушак, а он тут часто прокает, то денег очень много сыпет. Шахта стоит из плачевого обсидиана. А если будем, например, на прошлую шахту обсидиан 2, то она будет состоять из обычного обсидиана и из плачевого обсидиана. А первый обсидиан состоит из чисто обсидиана, но стоит он довольно много, то есть 34 аж миллиона. Вот такая вот финальная шахта. Обзор получился как в этот раз тоже маленький, рассказывать про него нечего. Платят очень много денег, прям очень много. Шахта довольно красивая. На самом деле я Злэфер. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока.